Оренбуржье с гордостью принимает эстафету песни победы. На фронтах Великой Отечественной войны воевали 411 тысяч оренбуржцев. 187 тысяч навсегда остались в полях сражений. Звания Героя Советского Союза были удостоены 235 человек. В регионе ковалась оборонная мощь страны. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал главным законом трудового Оренбуржья. К нам были эвакуированы десятки предприятий. Край стал домом для 240 тысяч эвакуированных. Оренбуржье дало фронту снаряды и патроны, мины и гранаты, самолеты и бронепоезда. Бесценным вкладом в оборону страны стал Орский никель и Бугурсланская нефть, первый оренбургский газ и пенициллин. Настоящим подвигом оренбургского села стали отданные стране за годы войны 154 миллиона пудов зерна. Слава героям Великой Отечественной! Вечная память всем, кто не увидел цветущий мирный май 45-го! Слава народу-победителю! Низкий поклон ветеранам! С юбилеем Великой Победы! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали.